Здравствуйте, меня зовут Оля, я мама прекрасного ребенка, который уже 8 лет является членом Стомп семьи. Стомп семья – это не только школа танца, это школа, в которой учат детей слушать музыку, слышать музыку и передавать ее каждым кусочком своего тела. Мой сын, как только туда пришел, он зарядился этой атмосферой и живет хип-хоп-культурой. У нас хип-хоп везде, хип-хоп дома, хип-хоп на улице, хип-хоп на закатах, на рассветах. И мне очень приятно, что он это умеет, знает и искренне любит. Ни разу не загоняла его туда пинками, он всегда шел туда с удовольствием. Что еще приятно, в этой школе учат уметь побеждать, уметь проигрывать, уметь участвовать в соревнованиях, уметь достойно относиться к себе и к сопернику. Это школа, в которой учит детей дружить и учит детей любить музыку и танец. Отдельно хочется заметить, что в школе танцев не стараются детей научить одинаково танцевать. В каждом ребенке раскрывают его индивидуальность, ее хватают, поддерживают и несут всю жизнь. Очень удобно, что тренера, которые преподают разные направления, вообще какие хочешь, у меня даже ребенок дэнс-холл танцевал, хоть он и мальчик. При этом все тренера живут этим танцем и передают эту вот свою эмоцию ребенку, и они прям зажигаются этим. И несмотря на то, что, может быть, это не очень их направление, но они этого хватают и берут. В этом году был организован лагерь. Это вообще просто мега событие для моего ребенка в жизни. Он говорит: мам, почему так мало, почему же так надолго это все дело не произошло, потому что они там каждый день танцевали, они тренировались, у них были зарядки, у них были бассейны, у них были прогулки, это все было одним коллективом, они объединились еще больше, они стали как настоящая семья, они друг к другу относятся, ну просто как брат и сестра. С этого времени у меня ребенок каждый день списывается со всеми, и искренне, и по-настоящему, по-доброму вообще, я не видела никогда, чтобы они в семье кто-то сказал: вот мне этот парень в группе не нравится. Нет, настолько они друг к другу подходят. И если у вас ребенок именно вот такой классный, такой мега позитивный, живущий музыку, то вам просто обязаны вы прийти сюда. Очень удобно, что все мероприятия, которые происходят не только в Крыму, но и происходят и на материке, и везде есть стомп, они везде в курсе всего. Если надо куда-то ехать, всегда тренер предлагает куда-то ехать. Если надо ехать, он этого ребенка берет и тащит, и рекомендует, и всегда поддерживает. Ни разу не было такого, чтобы тренер сказал: ты негодяй, в этот раз ты был лузером. Нет, всегда поддерживается, каким бы он, что бы там сомнений у ребенка не было. Всегда вообще дети абсолютно вот в полноценном внимании. Очень рекомендую эту школу, вы не пожалеете. Я уже давно прошу, чтобы были организованы взрослые занятия, потому что есть взрослые, которые тоже хотят танцевать. И я думаю, тренер услышит меня в этом плане. Поэтому вообще зажигайте своих детей, зажигайтесь вместе с ними. Отправляйте своих детей в том школу, вы не пожалеете.